приветствую всех гитарно неравнодушных на своем миллионном канале. Сегодня опять неочередной повод. Это гитара. Гитара достаточно интересная, по крайней мере для меня. И исходя из того, что я сегодня скажу, хотелось бы обратить внимание на следующее. В начале ролика вы слышали, наверное, композицию, которую я пытался изобразить. И ввиду этого я понял, что не надо совершать никогда две ошибки перед записью. Первое – это менять струны перед записью непосредственно. А второе – это никогда не ставьте комплект, который не ваш по натяжению. Я имею в виду, если что-то играть и записывать, надо записывать на своем комплекте. Потому что так получилось, что мне на этот инструмент пришлось поставить девятки, а мой привычный комплект 10-46, здесь 9-42. И играя как бы композицию в самом начале, я понял, что мне очень тяжело контролировать все бенды, чтобы в них очень точно попадать. Это прям отдельная история. Поэтому если я где-то косячну, прошу меня не кидать какашками. Извиняюсь, так получилось. Ну, реально, с непривычки прям. Что-то не зашло. Ну да ладно. Я думаю, что это не самое главное, это было просто как аперитив к видео. О чем мы сегодня поговорим? Мы поговорим сегодня, я думаю, что все догадались по форме гитары, это знаменитый Паркер. Гитары достаточно известные и достаточно, в принципе, редкие в наших краях. Они про них все слышали, но мало кто на них играл. Мое знакомство с Паркером началось где-то еще в 2000-х годах. Это был, насколько я помню, модель Nightfly. Это была модель, такая красная гитара с белым пикгардом. Был хамбакер, два сингла. Тоже была примерно конфигурация, пятипозиционный свитч и пиза. Что у нас здесь? Здесь, по сути, нечто похожее. Из чего она была сделана, я не помню. Но, как я понимаю, эта гитара сделана из краснухи. Это махагон. Гриф, насколько я помню, я могу ошибаться, но можете проверить. Эта модель называется Nightflight M. То есть вот так она за Паркер, Nightflight M. То есть переводится как Mojo. Есть просто Mojo Fly. Чем они отличаются? На этой гитаре болченый, соответственно, гриф. А по-моему на Mojo Fly, или самый дорогой, у них там считается то ли он вклеенный, то ли сквозной, я точно не помню. Ну, здесь получается у нас гитара с болченым грифом на 5 болтах, здесь отсек под батарейку, здесь у нас отсек под электронику. Соответственно, что у нас имеется на гитаре? Имеется два хамбакера. Хамбакеры здесь, я почитал про этот инструмент. На них хамбакеры стоят Димарцо. Димарцо под них делал какой-то свой комплект. То есть его нету в линейке вообще компании Димарцо. По сопротивлению, как я почитал производителя, то ли в районе 17. А вот здесь вот мнение расходится. Одни пишут 15, другие пишут 10. Ну, мне кажется, что ближе к 15. Именно по выхлопу с этого звукоснимателя он здесь ближе. Что мы имеем? Мы имеем позиционный переключатель звукоснимателей. Здесь три позиции у нас, то есть это у нас neck, это у нас оба и это у нас bridge. Вот этот у нас переключатель, это пиза, то есть он у нас вот в этой позиции у нас работает чисто электроника пассивная. Здесь у нас работает звукосниматель плюс пиза, это чисто пиза, это громкость пизы, это соответственно просто громкость, это ручка тембра. Еще на ней есть пуш-пул. На тоне есть пуш-пул, то есть мы либо мы работаем в трех синглах, то есть в трех хамбакерах, то есть в двух хамбакерах, в трех режимах, либо типа racing lock у нас есть. Стоят локовые колпи, насколько я помню, это Sperzel, но не помню, а Sperzel называется, то есть написано здесь USA 032-175. Вот здесь вот есть надпись, не знаю, вы видите, но, наверное, должны разглядеть, она тут есть. Тремоло, скажем так, специальная разработка Паркера, это тремоло, его система, рычаг, который не вкручивается, просто воткнул и максимально удобно.
Отличительная особенность этой машинки, здесь имеются вот такие три отверстия, это отверстия под шестигранники. Вот этими двумя мы крутим вверх-вниз, мы поднимаем машинку, ну, соответственно, эту сторону и эту сторону. Вот этим болтом, как я понял, если его крутить, начинается натягиваться пружина. Но, как я понял, я не стал до конца разбираться, но вроде как написано где-то в инструкции, что это хорошая штука при замене, что ли, струн, типа трем-сеттера, что ли, как я понял, работает, типа, лочит машинку и не дает ей ходить, то есть можно менять струн, строй, типа, не знаю, не проверял. Здесь, соответственно, у нас батарейка для пьезы. Соответственно, вот сюда у нас крепится ремень. От себя, скажу честно, терпеть не могу, когда это расположение здесь. Если бы инструмент был бы мой, я бы его отсюда выкрутил, вкрутил бы прямо вот сюда. Как-то, ну, мне привычнее. Я повесил, как бы ничего страшного, но, честно, мне не очень нравится. Соответственно, здесь крепление. А лады здесь не стальные, как я вижу, потому что по износу, ну и по внешнему видно, что это видно. Это не сталь, это все-таки это никель какой-то. Не знаю, насколько удачно этот никель или не очень. Но вроде как живет до сих пор. А поэтому особых претензий нет. Интересный инструмент. Ну забыл сказать, да, что крутилка под анкером находится вот здесь. Интересный инструмент. Во-первых, вес. Я не взвешивал, но гитара очень легкая. Мне всегда нравились паркеры, как бы при всей вот этой экстравагантности. Мне очень нравится и форма. Как бы мне вообще прикалывает вот эта вся тема такая. То есть со стороны мне даже нравится, как смотрится инструмент. Многие их не любят, мне они нравятся. То есть я почему я именно и взял для экспериментов эту гитару. Просто вспомнить, что это такое, потому что говорю, что в нулевых я общался с этим инструментом. Ну, не с таким, а с похожим, да, и у меня, в принципе, претензий не было. А что касается грифа, здесь гриф не тонкий, он такой, как бы, ну, я бы сказал, что он ближе к Фендеру, причем скорее к Фендеру, как сказать, он ближе к Фендеру 80-х, когда вот была серия, ну, вот эти вот знаменитые стандарты 80-х, и по ним все с ума сходили, это я помню. Вот это из той серии как раз. То есть это как бы цешка, но скос маленько на тех грифах был маленько островат. То есть не покатый, а такой как бы остренький. Это не так сильно ощущается, но вот воспоминания как бы есть вот об вот этих вот грифах. Вот, от ешек, да, знаменитых, это называется знаменитые ешки, так сказать, да. Ну, как бы остались, и ладно. Но играть абсолютно не мешает. Струны лежат достаточно низко, здесь проблем нет. Гриф, я почитал, насколько я понял, здесь мультирадиусный 9-12. Я еще удивился, я думал, что здесь что-то 15, 14, 16 будет. Я как-то давно говорил, что мне неудобно играть на грифе с плоской накладкой, чисто эргономически это не мое, а здесь как бы взял и более-менее, ну вот. Ну все равно, как бы, мне ближе 10 радиус, там 9, как бы, потому что не совсем, как бы, комфорт, ну, играть можно, достаточно удобно, то есть можно спокойно, не напрягаясь. Так, давайте мы поиздаем какие-нибудь звуки. Начнем мы, наверное, просто с чистого. Я пробегусь побыстро по всем конфигурациям, не буду тут вдаваться в подробности, умничать про звучание данного инструмента. Я так для себя определил, что он достаточно, ну, вполне универсальный. От себя скажу сразу, недостаток, который мне очень сильно бросился в глаза, именно в глаза, объясню почему, когда я писал, ну не писал, записывал композицию в самом начале Гарри Мура, то есть Ламар, мне было достаточно некомфортно играть, потому что здесь нет точек. Я не привык, к сожалению, к инструментам без этих точек. Здесь они есть, но когда ты смотришь как бы сверху на гриф, мне еще светит лампа в лицо, и я теряюсь, я бывает, то есть теряю, где я сейчас нахожусь, в какой пространстве. Как бы. Люди, которые играют постоянно с точками, не привыкают к этому, воспринимаются как некий ориентир. И к тому же гитара не родная, обычно даже когда свой инструмент, ты просто уже, ну, просто вот рука встала, и ты знаешь, а здесь маленько все, эргономика другая, и ты все равно не попадаешь. Поэтому
Многие, кстати, специально ставят сюда отдельно точки, говорят, не проблема, их сюда можно прилепить, это как бы, ну, такое себе мероприятие. Я бы сделал, то есть забирал бы, я бы сделал. Поэтому, так, мне инструмент, в принципе, нравится, он прикольный. И еще, эргономически, почему не мое, я не очень люблю, то есть, ну, не то, что я не очень люблю, я стратолюб, скажем так, и мне нравится, когда... Ну, вот это мне нравится, да, это как бы напоминает стартокастер. Но вот это вот находящееся здесь мне не очень удобно. Ну, то есть, на самом деле, критичного ничего нет, но мне проще, когда это вот теребонька вот здесь вот находится, то есть переключатель прям под пальцами, то есть мне максимально комфортно. Или я бы вот сюда его переставил бы, наоборот, как бы. Ну, это такое, как бы, тема из, как бы, называется, докопаться до столба. Это уже чисто такие приколы, потому что... Допустим, PRS не люблю, потому что у них переключатель вот здесь. Или переключатель между двумя звукоснимателями. То есть он стоит вообще просто под машинкой, это мне напоминает это, поэтому... Ну, у меня свое отношение к этому. Мне вообще к эргономике большие всегда претензии. Я как бы такой докапываюсь до таких мелочей, мне они принципиальны. Ну, кстати, на звучание инструмента это никак не влияет. Я бы хотел, на самом деле, сравнить. Гитары есть такие же модели, но я слышу, что полностью... Грифы, я не помню, сказал, не сказал, но если сказал, то как бы прошу прощения, повторюсь. Гриф здесь кленовый, но у него какое-то карбоновое покрытие по всему периметру. То есть здесь нет накладки, здесь прям видно, что какие-то вот такие карбоновые точки, и сзади он такой глянцевый. То есть я не могу понять, он в круг. Нет, или он просто здесь вот залакирован, а вот здесь вот покрыта некая такая накладка. Я не знаю, как это делается, если честно. Потому что тут все замазано заподлицо. Но здесь вот, кстати, видно, что вот она, накладка как-то переходит. Может, это просто краска. Но, скорее всего, вот эта краска, вот эта карбоновая накладка. А причем она такая... Я даже не могу сказать ее толщину, потому что толком... Толком ни хрена не понятно, врать не буду. Как это в данном случае влияет на звук, не могу сказать, потому что мне не с чем сравнить. В идеале надо взять две палки и посравнить. Ну, да ладно. Я думаю, что этот момент мы пропустим, это не так страшно. Потому что Паркер надо принимать такой, какой он есть, со всеми его недостатками и недостоинствами. То есть гитара прикольная, на самом деле. Машинка, тремоло, все классно. Давайте поиграем. Про инструмент мы вкратце поговорили. Начнем просто с чистого звука, играя в Кемпер. Ничего особенного, на пресет какой-то, ну, Принсон я просто так подкрутил. У меня сейчас ночь, полтретьего, вся семья спит, мне вот захотелось поэкспериментировать. Поэтому давайте начнем. Итак, первое положение — это neck в режиме хамбакер. Просто поиграю что-нибудь, чтобы было так понятно. Среднее положение. Бридж. Отсечка, нек. Бридж, отсечка. Давайте поиграем какие-нибудь просто проходные сольные. Среднее положение. Бридж.
Теперь то же самое в режиме хамбакера. До этого мы находились в режиме отсечки. Среднее положение. Бридж. Давайте просто сыграем какие-то ноты. Среднем. Бридж. Отсечка. Средняя. Бридж. Средняя. Бридж. Хамбакер. Ну, как бы, в принципе, звучит прикольно, мне нравится, то есть, мне вообще нравится, когда гитара может работать и с хамбакерами, и с отсечкой, то есть, допустим, мне нужен какой-то глубокий. Мы можем поиграть какой-то действительно перебор. Какой-то момент включиться левой. Что у нас там было? Так, давайте попробуем переключиться в режим, попробую включиться в режим пизы. Для пизы обычно рекомендуют настраивать отдельный пресет, выключать усилитель, эмуляцию кабинета, то есть, ну, чисто попробовать, именно послушаем, как звучит пиза в чистом виде без ничего. У меня есть пресет, в нем, по-моему, только обработка, все остальное отключено, то есть пиза звучит вот. Попробуем включиться в режим звукоснимать. И пиза.
Не знаю, похоже или нет, но звучит это примерно так. Я не могу сейчас оценить полный красок, потому что у меня очень тихо, я не могу нарулить, поэтому вы мне потом напишите, похоже это не или нет. Вот это режим, это смешанный режим, когда мы играем как бы и на пизде, и на звуку снимать. Ну, можно, кстати. Ну, думаю, что этот режим, в принципе, годится для жизни, как говорится. Давайте переключимся в режим хамбакеров и попробую поржать какие-нибудь аккордики, как это все звучит на перегрузе, накручен на кемпере маршал. Это у нас сейчас звучит neck bridge. Давайте попробуем. We'll be right back.
гитара, соответственно, расстроилась, но прошу прощения. Я думаю, что в принципе в базовой такой версии прям на ходу я пробежался по этому инструменту. Я не знаю, какие выводы вы сделаете с той стороны, мне достаточно тяжело играть, это отсутствие точек, это чужие струны, тихо абсолютно, я ни хрена не слышу по большому счету, мне, то есть я слышу от скоб. То есть я вот слышу вот отскок, а отсюда ни хрена не слышно. Там-то гитара будет в записи, там будет все хорошо. Ребят, я надеюсь, что в принципе этот обзор понравился. Если есть какие-то вопросы или я что-то недорассказал, вы скажите, потому что гитара ко мне просто попала ненадолго, у меня нет по ней времени, мне надо достаточно быстро вернуть, поэтому пишу все достаточно в спешке, но надеюсь, что какие-то полезные вещи вы для себя узнаете. Что могу сказать? Меня этот инструмент абсолютно не напряг. Вот если вот брать вот константу какую-то, да, я не искал от этого инструмента сразу там не изучание Гибсона, там не изучание там какого-то инструмента. То есть он вот такой самобытный, прикольный, как бы мне нравится. То есть он такой уверенный, напористый. Я бы, конечно, звукосниматели честно поменял, потому что я не люблю выхлопные звукосниматели. Но, наверное, в контексте этого инструмента это логично, потому что он такой, как бы, и почесать можно, и пошуметь можно. То есть тут такая универсальная штука. Причем действительно, вот, блин, вот реально удобная палка, как бы вообще как бы вопросов нет. Если у вас нету претензий к эргономике, как бы, блин, ну, реально бери и не жалуйся. Вот эти вот машинка хорошая. Просто у меня баланс сейчас не выровнен, когда меняешь струны, натяжение пружин меняется, и она какое-то время будет ходить гулять, поэтому на то, что гитара где-то расстраивалась, прошу не обращать внимания, как бы отнестись снисходительно к этой ситуации. Ну, кривые руки, играть не умеем, мы пока только учимся, поэтому сорян, ребят. Ну, надеюсь, все оценили масштаб этой трагедии, всем понравилось. Кому не лень, нажмите там лайк, можете там высказать свое мнение по поводу всего этого творчества. Ну и можете даже подписаться. Иногда будут выходить какие-то интересные видео, если будут попадаться инструменты по мере возможности. Поэтому всем спасибо за просмотр. Надеюсь, это было кому-то полезно. Всем пока-пока.